И всем привет, с вами Фрости. Я вам в этом выпуске хочу один показать баг Робокрафт. Вот смотрите, это мой ангар, сейчас я к нему подлечу. Сейчас я вам все покажу, как из него можно вылететь. Я пытался подлететь к этому ангару, но я так понял, что это невозможно и что он текстурный. Я летел где-то минут полторы. Ну все, я поставлю на паузу, как я подлечу, продолжу. Ну что ж, вот я, считайте, подлетел. И вот из вот этого угла, вот самый этот левый, правый крайний угол, вот там... Да ладно. Сфига ли-то? Вот, короче, вот сюда так заходите. Жмете Shift. И вот у меня... Вот. И вперед еще нажимаете. И вы вылетите. Отсюда. Сейчас я еще раз так попробую. Вот. Садимся вниз. Вот туда упираемся и летим. Вперед. Стоп. В самый низ. Туда и летим. Вот и все. Вот вы и вылетели отсюда. Ну что ж, вот мой реальный танк. Я тут могу строить. Ну и почему-то я вот через это стекло сейчас улетаю. Ну и что ж, на этом все закончено. Всем спасибо. Подписывайтесь. Всем пока.